Это программа «День с толком», в студии Андрей Дриер. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Доверяй, но проверяй. Готовы ли в Камне на Оби к отопительному сезону? Догнать и перегнать. Какие меры разработали краевые чиновники и промышленники, чтобы увеличить объемы производства? Устали воевать за каждое дерево. Барнаульцы создали петицию в защите сквера на Сахарова. Жители Камня на Оби обеспокоены. Наступивший отопительный сезон в очередной раз может стать проблемным. Напомним, в прошлом году власти Каменского района вводили режим чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить город топливом. Каменцы жаловались на ледяные батареи в домах, замерзали в больницах и опасались, что в городе вновь закончится уголь. Сейчас, конечно, на улице, если он почти плюсовая температура, они вон какие вот топят. Я говорю, ну хоть бы уголь-то маленько бы экономили, когда тепло-то. А то холодно будет, тогда нечем топить будет. Накануне в Камень выезжала комиссия Краевого министерства строительства и ЖКХ. Она должна была проверить запасы угля в городе и узнать, в каком состоянии находятся котельные. Подробности об этом в нашем вечернем эфире. В Алтайском крае разработают дорожную карту для мониторинга состояния дамб. Такое поручение дал губернатор Виктор Томенко министру природных ресурсов и экологии края Владимиру Попридухину. Скорее всего, причиной стала трагедия в Красноярском крае, где из-за прорыва дамбы технического водоема погибло 15 человек и еще 5 числятся пропавшими без вести. В нашем регионе всего 233 гидротехнических сооружения. Опасность, по мнению Томенко, представляют те из них, чьи собственники неизвестны. Таких сооружений в регионе 95. Наиболее опасными считают 20. За их состоянием организуют постоянное наблюдение. Все же безопасность большей части дамб обеспечивают их собственники. Именно они сводят к минимуму риск затопления близлежащих сел и деревень. На официальном сайте правительства региона подчеркивают, собственников найдут и обяжут следить за объектами. В противном случае дамбу законсервируют или ликвидируют. Барнаульцы создали петицию в защиту сквера на Сахарова. Авторы просят перенести строительство отеля «Рэдисон» в другое место. Они поясняют, что из-за, цитата, «малодушной политики мэрии» в последние годы общественники борются за жизнь практически каждого дерева. А в сквере растут 50 елей, лиственниц и берез. Кстати, петиция обращена не только к жителям города с просьбой защитить сквер, но и к владельцам сети «Рэдисон». Авторы пишут, в других городах отели этой сети находятся на расстоянии нескольких километров от главных площадей. В то время как барнаульский застройщик отмел все варианты, кроме площади Сахарова. Кроме того, проект обвиняют в излишней секретности. В петиции особенно подчеркивают, что в Барнауле не против отеля, а против выбора именно этого места. А между тем, сегодня у сквера на Сахарова вновь пикет. На смену Татьяне Труфановой, которая дважды за последние несколько дней выходила с плакатами, встали другие люди. Теперь пикетирующих двое. Они сообщили нам, что в ближайшее время планируют начать сбор подписей против застройки сквера. Премию промышленников имени нашего земляка, академика Геннадия Саковича, учредят на Алтае в новом году. Это одна из мер, которая должна совершить прорыв в сфере промышленности. Речь об этом шла на встрече представителей власти региона и крупнейших предприятий. Несмотря на рост, ситуация в крае напряженная. Через 5 лет поставлена цель увеличить объемы производства промышленной продукции почти в 1,5 раза. Предприятиям из бюджета региона до этого времени помощь оказывалась недостаточная. Например, в 2014 году было выделено около 30 миллионов рублей, а в последние годы всего по 5 миллионов бюджетных субсидий. Сейчас в крае разработаны меры поддержки предприятий. Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 января. Оно и сегодня есть, но оно не работает с там критериями, которые преодолеть не могут предприятия, чтобы получить эти субсидии. Вот сейчас мы это правительство согласилось и снижает барьер доступности вот к этому постановлению. В частности, уже с прошлого года можно получить кредит по 5% на модернизацию и реконструкцию. Сейчас на эти цели заложено 550 миллионов рублей. Кроме того, было предложено продлить мораторий до 2025 года. Он действует уже несколько лет. Также предлагают внедрить новые технологии и увеличить зарплату. 1,5 недели целый подъезд барнаульской пятиэтажки живет без света. В доме на Георгия Исакова пожар вспыхнул 13 октября. Загорелся щиток на первом этаже. С тех пор жильцы пытаются добиться возвращения света в квартиры, но пока безуспешно. Когда жители закончат ужинать при свечах, узнавала Дарья Идемиллер. Все пропало, все пропало. Со свечкой. Что было в холодильниках, все пропало. И а что со свечкой? Свечек он закупила, сходила сегодня опять.
фонарик купила, вот не знаю, насколько хватит. Ужин, ванны и вечерние разговоры при свечах для жителей 4-го подъезда дома на Георгия Исакова 113 не прихоть, а неизбежность. Уже 1.5 недели люди живут во мраке. После пожаров в квартирах до сих пор стоит запах гари, также пахнут вещи в шкафах. У многих и стены в копоти. Все сгорело тут, все внутри там все, сажа кругом, грязно все. 1.5 недели жильцы дома пытались добиться возвращения света в квартиры, связывались с управляющей компанией, городской администрацией. Проводку замкнуло в счетчике на 1-м этаже. Так и начался пожар. Вся электросеть в доме была признана аварийной еще в 2013 году. К 2022 по решению суда Комитет коммунального хозяйства города должен был ее капитально отремонтировать. То есть по факту мы говорим сегодня о подвальном помещении и о той разводке системы электроснабжения по дому, которая идет от ВРУ до этажного щита. Все, что касается этажных щитов, того оборудования, которое в этих щитах размещено, а также разводки по квартирам, решениями суда не предусмотрено. Теперь вернуть светлые времена подъезду должна УК «Наш Барнаул». Так решили на общедомовом собрании. Сейчас организация взяла в кредит почти 200 тысяч рублей, чтобы протянуть новую электросеть. Но пока подъезд к этому не готов. В подъезде до сих пор пахнет гарью, и все стены в копоти. Вот здесь даже видно, что ее пытались отмывать. Ну, а капитально отмыть копоть придется из вот этой шахты и побелить ее. Потому что до тех пор, пока отсюда не уберут все провода и то, что осталось от счетчиков, к прокладке новой электросети не приступят. Да, вот вычистить вот это, а потом вот это скоблить, все сказали. Если не будете убирать провода, мы вам ничего делать не будем. Вот так вот. Так сказано, а мы что понимаем? Мы старуха, мне 83 года. В управляющей компании обещают, что свет точно будет к 10 ноября. Такой срок поставили подрядчику. Впоследствии деньги, взятые в кредит на работы, потребуют с комитета жилищно-коммунального хозяйства города. В УК уверены, именно они ответственны за случившийся пожар. Дарина Миллер, Николай Шилко. День с толком. Как дела у барнаульских студентов? Болельщики и журналисты накануне смогли посмотреть подготовку к сезону волейбольного клуба «Университет». На открытой тренировке побывала и наша съемочная группа. В прошлом сезоне «Университет» занял 8-е место из 13 в высшей лиге А чемпионат России, хотя рассчитывали студенты забраться повыше. По словам тренера, повлияли травмы и невезение. В этом году состав обновился. Одни завершили карьеру, другие сменили клубы. Но есть и новички с опытом выступлений на высоком уровне. Как всегда, мы ставим задачи, и ребята настроены, и тренерский состав. Ну, естественно, попадает в шестерку, но там в шестерке нас устроит любое место. То есть чем ближе, тем выше, тем лучше. Слабее не стали. У нас добавились игроки. Значит, из нашей молодежи, алтайские воспитанники. Помимо доморощенных волейболистов пришли и легионеры. Усиление прибыло из Нижневартовска, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других городов. Например, новый распасовщик Александр Чернышов ростом 193 сантиметра прибыл к нам из Нижнего Новгорода. Его задача после приема подбросить мяч так удобно, чтобы партнер мощно пробил атакующий удар. Я лично настроен попасть в тройку, вот. А у команды, как я понял, чем место выше, тем лучше. Коллектив дружный, все вообще отлично, все хорошо. Город вообще отличный, мне очень нравится. Честно, ожидал немножко другого, вот. Ну, пока все отлично, и все нравится и семье, и всем. Сразу после общения с фанатами и СМИ университет отправился в Тюмень. Именно там, согласно жребию, они стартуют в первых играх чемпионата. А вообще соперники нынче серьезные, команды со всей страны. Поддержать наших ребят на матчах в Барнауле можно будет только в январе. А пока пожелаем им удачи. Татьяна Голубева, Александр Захаров, Алексей Фризин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!